губернатора Мурманской области. Это новая хорошая традиция по развитию Кюкюсинкая в Мурманской области. Сегодня представители 7 муниципальных образований соревновались за право быть сильнейшими и получить кубок губернатора Мурманской области. Кроме того, эти соревнования статусные. Идет отбор на соревнования по Северо-Западному федеральному округу для выступления, поэтому сегодня определялись в том числе и сильнейшие. Конечно, проведение таких мероприятий – это новый импульс для развития вида спорта в Мурманской области. Я уверена, что у этого соревнования хорошее будущее. Сегодня мы с представителем, с президентом Федерации России Александром Ивановичем говорили о расширение этого кубка губернатора с тем, чтобы на следующий год пригласить уже наших коллег, друзей из Карелии, расширить такой уровень соперничества на соревнованиях, ну и, конечно, развивать в дальнейшем Кюкюсинкай